прекрасную, удивительную страну, которая называется «Страна знаний». Вот посмотрите туда, «Страна знаний». И для того, чтобы мы не заблудились в этой стране, давайте сейчас позовем наших кондукторов-проводников. 3, 4. Здравствуйте, дети! Рады вас приветствовать! Мы ваши кондукторы-проводники в стране знаний. А теперь путь и первая станция – урок вежливости. Урок вежливости. Давайте пригласим сюда учительницу вежливости. Давайте похлопаем. Здравствуйте, дети! Я учительница урока вежливости. Сейчас я вам задам пару загадок, а вы попробуйте их отгадать. Когда просишь ты игрушку у дружка или подружки, если не дадут, не жалуйся, ты забыл сказать? Пожалуйста! Молодцы! Торт, конфеты, чашка чаю, а тебя все угощают. Если сесть уже не в силах, надо что сказать? Спасибо! Молодцы! Если ты толкнул соседа или друга, не заметил, чтобы им не рассердиться, надо что ты должен? Извиниться. Молодцы. Вы скоро все идете в школу. А знаете ли вы, что нужно с собой убрать? Знаете? Сейчас проверим. Вы должны всегда в порядке, твои школьные... Тетрадки. Кто карандаш свой потерял, тот забыл, что есть. Пена. Тот какой-то ученик всем расскажет твой. Молодцы. Если все ты будешь знать, то получишь только. Если будешь знать и два, то получишь только. А теперь немножко вдохнем и вместе с детским садом танец. Танцуем танец мухоморов. Мальчики, ну-ка выходим танец мухоморов.
Спасибо.